принимает часто школа ребятишек в первый класс. Но сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас! В школу все мы собирались, проворочились всю ночь, улыбались, наряжались, даже кот хотел помочь. Только мы коту сказали: кот, ты взрослым не мешай, раньше мы с тобой играли, в школу я иду, ты знай. За букетом плохо видно, пока ростом ниже я, мне немножечко обидно, куклу взять с собой нельзя. В школу я бегу припрыжку, мама поздно ожидает, за меня прочти ты книжку и в машинке поиграй. Деловой в семье я сам, а теперь большой вполне, прочитай букварь мой, мама, а потом расскажешь мне. Всем сегодня обещаем, всем примером быть во всем. Выпускник, мы точно знаем, что тебя не подведем. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня дошколята со двора. Я еще вчера в портфель уложил тетрадки и в пенал карандаши ставил по порядку. А с игрушками, наверное, надо мне прощаться. Я уроками теперь буду заниматься. Книжки будут у меня толстые-притолстые. Прочитаю, буду знать все, что знают взрослые. Даже если будет трудно вычитать и умножать, мы учиться обещаем на 4 и на 5. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны, и тогда пойдет учеба просто замечательно. После такого признания нам осталось принять в школьную семью новое пополнение первоклассников. Кто за? Поднимите руку. Я на праздник непременно должен Гуся прийти.